Ребята, всем привет! Привет! Сегодня мы отправляемся на остров Серанган. Это, вернее, уже не остров, так как он искусственно соединен с островом Бали. Есть дорога на этот остров. Этот остров Черепаши. Мы поедем смотреть, кого, девчонки? Черепашек! Да, дело в том, что на этом острове песчаные берега, и черепахи приходят туда для кладки яиц. А также там есть черепашья ферма, где можно будет посмотреть маленьких черепашек и так далее. Покупаться можно с ними? Не знаю, посмотрим. В общем, да. Поедем туда и посмотрим. Так, в общем, ребята, приехали, мы припарковали свой автомобиль, и вот здесь, в общем, ход. Здесь можно байки припарковать. А здесь вот такая вот черепашечка. Так, сколько вход стоит? Бесплатно, я так понимаю. Бесплатно? Да. Интересно. Ладно, идем. Здесь такой запах такой, да? Специфический, да? Ага, показывают такие черепахи, да? Угу. Окей. Так, а это что за ванна? Ну, народу прям немного здесь. Так, здесь, я так понимаю, яйца. Но, говорит, большая проблема, потому что собаки могут есть яйца. В одном гнезде, он говорит, там 115 яиц, там 130 яиц, там 124 яйца. Ого, ого. Так, ого, какая красивая. 40 лет вот этой. Вот это 40 лет? Да. Ого, лапка. И они ее спасли на пляже, потому что у нее была повреждена лапа. Одна нога? Да. Говорит, может быть, акула и откусила ногу. Да? Сколько лет ей вот такое? 15 лет. 15 лет. Ну, это вроде целое, да? Нет, у нее что-то панцирь, что ли, сломан. Да, панцирь, вон, видишь, с той стороны сломан. 3 года, да? У нее тоже сломанный панцирь. Вот здесь, видишь, немножко. Вот эту черепаху забрали на черном рынке. Ее нелегально продавали. Этот пластик съела, якобы ей там плохо. Одна нога, вот ноги нету одной. Ага. Ручки нету? Да. Да, вот сложно будет, здесь в ванной и хорошо, но в океане будет сложно выжить. Это говорит, почему черепахи попадают на черный рынок. Во-первых, потому что едят черепах. И во-вторых, делают изделия из черепашьего панциря. Как это страшно-то. Вот эта черепаха 2,4 метра, представляете? Это, в общем, черепашки были рождены здесь 6 месяцев. Им. Они кушают рыбу. А вон еда лежит. Да. Вон там. Угу. Это 3 месяца, да? Да. Да, они все спят. Вот так спят? Угу. Офигеть, смотрите, спит. Нет. Тоже спит. Как они так богом отводят, да? Угу. 45 минут. 45 минут она может находиться под водой. Потом она поднимается, делает глоток воздуха и опять опускается на дно. А это такой так, же такая, вид. Такой же вид, ага, я понял. 50 лет ей. После 6 лет меняет цвет. Вот такими становятся. А до 6 лет вот такие черненькие. О, смотрите, играется. В общем, вот эти вот черепахи наземные. И они могут находиться только в пресной воде. А они вытаскивают свои ноги. Вот. Дальше. Смотри, смотри. Заинтересовалась моя камерой. Это несъедобно. Смотри, я прям кормлю. Ну-ка, держи 2. Да, я угощу ее, а то она позирует мне на камеру. На, кушай. Кушай. И камера больше понравилась. Смотрите, что творится. Вот капуста-то, вот она. Опа, все, драка, смотри. Она утащила капусту, и у них началась драка. Слушайте, ну мы их вытащить не можем отсюда. Девочки, пойдемте, а. Нет.
Голова не мокрая, сколько смотри, можно? Им жарко. С Полины прям стекает. Ну, жарко, но они берут еще капусту. Он говорит, можно еще, еще, еще. В общем, они кормят, кормят их тут. А вдруг они переедят? Так, ну, в общем, все. Вот все представление. Обошли, там покормили. Здесь посмотрели на поврежденных животных. Нам маленько рассказали о них. И, в общем, в конце здесь донат можно устроить. В общем, 40 тысяч мы опускаем в коробочку. Так, вот так вот, да, сразу на... на черепашек. Пойдем дальше. А девочкам еще разрешили черепашек подержать в руках. Все, я чувствую, мы их отсюда не вытащим. Ниже, чуть-чуть ниже, над водой, вот так. Они прыгучие, Ника ниже. Держи. Они такие милахи. Милашки? В общем, вышли мы с этих черепашек. И тут проходим очень много автобусов, очень много китайских туристов. Автобусы все с иероглифами, типа «Добро пожаловать на Бали». И мы, в общем, идем посмотреть, куда их всех привозят. Прям такое скопление, здесь их прям выгружают пачками, и они потом обратно идут в свои автобусы. Здесь, наверное, какое-нибудь, может, туристическое место, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ты решила кукурузки купить, что ли? Да, девчонка. 10 тысяч. 10 тысяч. Вот они откуда-то идут все, выходят, непонятно. Мне кажется, тут рыбные рестораны, рыбные рынки. Все для китайцев, слушайте, все для китайцев. Вай-лай-лай-лай. В общем, я понял, что эти все люди здесь делают. Пойдемте покажу. Так, в общем, мы знаешь, куда пришли? Здесь отправление, пирс. Здесь бухта такая, в общем, лодки стоят. И привозят туристов, смотри. Вон, с корабля выгружают китайцы. И почему-то только китайских туристов. И привозят с экскурсии, в общем, китайцев. И загружают автобус. Автобусы подходят, чтобы принимать этих туристов. Бухта. Здесь отправление, скорее всего, как вот у нас причал вот есть с этим отправлением. Здесь, наверное, вот этот второй причал с отправлениями. Оттуда уходит на всякие экскурсии и так далее. В общем, ребята, не получилось у нас, так сказать, устроить себе такой черепаший день. Получается, не сезон, и, во-вторых, это в другом месте. Там, где мы снорклили, где вот лодка была, вот, в общем, я погружение делал. Вот там, в общем, можно увидеть черепах, но сейчас не сезон, и увидеть черепаху это вообще везение будет чистой воды. В общем, чтобы у нас день не пропадал, мы сюда приехали, мы ехали сюда реально долго. Сейчас поедем, устроим себе пляжный отдых, сейчас выберем какой-нибудь красивый пляжик и покупаемся. На отдыхались аж до дыр. Кто? Ребенок аж уснул на папе. В общем, ребята, приехали на пляж Пандава. Видео про это место уже есть на нашем канале. Мы снимали 5, наверное, да, пляжей Бали. Мы их все объездили, все посмотрели, поглазели. И вот по нашей версии, вот это, наверное, один из самых красивых пляжей. Красивое живописное место. Вот подъезд, смотрите, такой, едем, да? Здесь такая отвесная скала уже, да? Имеется, вот смотрите, слева. Въезд, в общем, сюда платный, но зато там есть душ. Можно принять душ и так далее. За детей платить не надо, только за взрослых. Один взрослый 15 тысяч стоит. Делись, тут смотрите, наблюдаем вот такую картину. Возможно, это как экскурсионная, слышишь, Катя? Вот там сидит туристик какой-нибудь. Да. Вот, а пилоты наяривают вокруг. Все, мы переоделись. Переодевалка здесь бесплатно, она все входит в стоимость. Идем. Это у нас какой по счету уже пляжный отдых-то? Уже, наверное, раз третий, наверное, да? Просто лежать на пляже я вообще не понимаю. Или зайти вот так по шею в воде и стоять, это тоже не мое, как бы. Я понимаю, если плавать в море, то плавать, рассматривать рыбок, там еще что-то. Ну, с каким-то вот это интересно. Делом, да. А так просто не понимаю. Ну ладно, окей. Девчонки так загорели, я смотрю вообще. Вероника вон коричненькая, Полинка тоже. А волна-то нифига. Девочки, далеко не заходим. Да я не все, это мой предел, я дальше не пойду.
Я смотрю, там, кстати, некоторые это серфят пытаются прям с берега, вон, маленькие ребятишки. Краски, конечно, вот вы сами можете наблюдать, какие краски здесь. Океан прям, я не знаю, голубой какой-то. Облака. Ого! Камера! Пойду положу тебя. Я говорю, ну все, я поплавала, можно и домой ехать. Ну я говорю, вот из нас таких вот, как это называется, пляжный отдых. В общем, мы не любители особо. Ну вот я смотрю, девчонкам прям вот заходит. Они далеко не заходят, они вот тут легли. В лужи, короче. И с волной играются. И, кстати, вон там, смотрите, какая волна большая. Вон там происходит серф. Держите меня! Чувствую, будет полные песка штаны. Ну вот, девчонки уже часа два точно не вылазят из воды. Они играются с волной, с песком. Ну что, семья Щекиных, накупались? Накупались. Клево, я прям не пожалел, что мы съездили, дети так хорошо оторвались. Но все-таки вы выяснили, нет? Что вам больше всего нравится, это бассейн или океан? Мне больше нравится океан. Получается, можно выйти и подышать свежим воздухом, а там в бассейне хлорка, и зачем... А здесь все натуральное, да? Да. Ну, и тут еще можно нос полечить, глаза, там, например, если... Глаза лечатся, в смысле, это визуально. Смотришь на красоту, и ты вылечиваешься. Да. Никуська, есть что добавить? Мне тоже больше нравится море, потому что, в море... Ну, волна, наверное, да? Да, мне нравится волны играть. И потому что мы больше всего... песок играть, купаться. Да, мы там прикалывались. И еще соленая вода лечит мне носик. Да, Вероничка у нас подпростыла, и морская вода, как все знают, лечит носик, насморк. Мы там прикалывались, всякие камушки начали находить, начали зубы вставлять, такие аборигены, короче. Так, ну все, поехали дальше. И напоследок, ребята, мы решили наш вечер шлифануть ужином вкусным. Катя высмотрела какое-то очень якобы вкусное местечко. Называется вот так вот. В TripAdvisor он был на первом месте. Очень много положительных отзывов. В общем, решили пойти попробовать. Ну что, пойдем отведаем местной кухни. Такой расположился. А что у тебя на лбу, а? Они там играли в игру. Пахнет, знаешь, чем? Слепой художник. Мне такое чувство, что сосисками пахнет. Я уже хочу сосиски, так хочется. Детям нормальной еды не хватает, да, сосисок? Чипсики нам принесли, чтобы не скучно было. Чуть-чуть такие сладкие. Вкусные? Мне кажется, они прям натуральные, да? Ничего вкусненько. Что мы заказали? Мы, в общем, заказали самые топовые блюда, которые рекомендует шеф-повар. Блюда такие здоровые. Мы попросили тарелочки и заказали, наверное, ну не все, но там большую было, часть. Четыре блюда заказали. Здесь вот смотрите, рис, креветки большие, зелень, соусы вот такие вот, да? Это что такое? Это, по-моему, свиные ребрышки. Куриные шашлычки, вот такие, как мы готовили на органической ферме. Это тоже какой-то шашлычок, я думаю, что из свинины. Арахис, жареное что-то, чипсики и яйцо с соусом вот с таким. А вот это вот такая соевая штучка. Вероничке не понравилось, она съела свинину, да, ребра. Почему? Сладко? Да.
такое нежнейшее мясо. Но оно не сильно сладкое, оно прям в таком каком-то томатном соусе, да? Вкусненько, да? Нет. Ой, прям свининка прям тает во рту. Давай. Ну хорошо. Отрежу? Нам больше. Это очень вкусно. Ой, отлично. А это правда ребра, да, смотрите? Да. Ну-ка, Ника повторно пробует. Как? Ребра пробует. Вкусно? А что тебе первый раз не понравилось? Это вот? Да. Ну вкусно же, скажи. Все, да? В таком соусе каком-то таком похожем. Гриль соус. Да, то же самое и на свинине такой, да, же. Да, да, соус для сладковато. Гриля. Креветочку пробуем, ребят. Вот так вот руку одну испачкали. Ничего, отмоем потом. Вот так вот берем. Креветочек. Обожаю креветки на гриле. Они вообще офигенные получаются. У меня коктейль Космополитен. Ну да, мама у нас шикует. И еще, знаете, мне что нравится? Вот этот мне соус нравится. Он с луком и с перцем. Он очень острый, кстати, да. О, бодрит. Я вон там еще, на самом деле, хочу попробовать. Только я не вижу, что тут есть. Вот это, кстати, попробуй соевую штучку. Мы ее уже пробовали. Но здесь она совсем другого вкуса. Вот попробуй. Вкусно? Прямо этот попадается, как это, сами плоды. Соя. Да, соя попадается. Вот. Это как бы не тофу, но он похож. Яйцо, соя, вот эти какие-то хрустяшки. Вот какая-то котлетка из кукурузы. В принципе, берешь одно блюдо на одного человека и прям вот нормально, да? Да. Коктейльчик, да? Идеально. Да, и там и овощи есть, и мясо, да. И рис. Ребята, очень вкусно. Что это внутри? Нам еще одно блюдо принесли, смотрите. Мне трава какая-то. Что тебе опять не нравится? Перец. Ей опять что-то не нравится. Что тебе не нравится? Что тебе не нравится? Креветка? Ну и ладно, нам нравится. Что ты хочешь? Макароны и пицца, Вероникина еда. Еще бургер. Да-да-да. Надо посмотреть, что там внутри. Как развернуть-то так грамотно, чтобы не вывалилось все это. Рис? Что это? Котлетка какая-то вкусная. Я думаю, что это с лимонграссом, мне кажется. Это помнишь, наверное, это похоже, которая тут была? Потому что такая. Запах такой вкусный. О, это рыба в специи. Пахнет прям лимонграссом вообще сильно. Не остро, я думал, остро будет. Нет? Вкусно. Правда? Это вообще не верит нам. Девушка, вы очень требовательная. Ну как? Нормально. Нормально, есть можно. Ну ладно, рыба зашла ребенку. Так, в общем, ребята, мы еще заказали десерт. Десерт тоже рекомендация шеф-повара. Нам принесли два блюда. Мы заказали три. Будем сейчас пробовать на всех. Вот что такое черное, мне интересно. Пробуй. Шоколадный пирог. Очень вкусно. А я хочу вот это попробовать. А что такое? Бананы. О, бананы. Во фритюре и с шоколадным сиропом. Вот эти, мне кажется, очень вкусные штучки. А это роллы. Такая подрезала. Ну как? Ой-ой-ой, вот десерт-то мы точим все вместе. Очень напоминают наши блинчики русские. Так, вот берем вот так вот целый прям блин. Берем вот так вот, ребята, не мелочимся. Я дома. Блинчик вкусный. Блинчик вообще. Очень. А десертик-то какой, ребята? Что так все вкусно-то, а? А мороженое вкусно, нет? Ника, попробуй вот это. И мороженое вкусно. Половину. И я хочу попробовать банан во фритюре. Ну, хоть что-то должно же быть невкусно. Полин, бери. Блин, это тоже вкусно. Горячее. После мороженого прям по зубам бьет. Прям ужин удался, да? Ребят, смотрите, еще комплимент. Принесли арбузик. Арбузик хоть не вкусный? Не вкусный? Вкусный, что ли? Bye-bye. Три раза спросили, вам понравилась еда? Прям такие услужливые, прям интересуются. Сервис вообще на высоте. Мне прям сервис очень понравился.
Из блюд мне больше всего понравились свиные ребрышки и на десерт вот были блинчики вот эти. Да, мне, блинчики вкусные. Мне вот это больше всего понравилось. Вкусно? Мне даже добавить нечего, ты все сказала. Вкусненько покушали. Да, мне понравилось. День провели нормально? Вкусно. Понравился день? Да. Ну, а какое блюдо больше всего? Не знали, чем сегодня заняться. Думали, на черепах пойдем. У нас черепахи что-то эти так особо... Быстро. Обломились, быстро. Как-то быстро закончилось. В общем, их особо не было. И потом устроили пляжный день. Прямо очень клево провели. На пляже целый день. Очень здорово. Надо прям... почаще, что ли. Ну, прям клево было. Девчонки прям радостные, прям сияли. И, собственно, на этом наш день закончился. Ребята, увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайки побольше. И всем пока. Пока.